Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем привет. С вами, как вы могли уже догадаться, снова я, Дезертир. И мы потихоньку начинаем прохождение South Park. Начнем мы, собственно, на том, на чем мы остановились в прошлый раз. Вот. Так что посмотрим. Посмотрим, что сегодня будет интересного. Как вы понимаете, игру с тех пор я так и не проходил. Поэтому я не знаю, что в ней есть еще веселого. Возможно, веселого есть там много. Так. Ну, давайте у Дома культуры продолжим. Я разобрался, что, оказывается, надо было сделать в прошлый раз, когда... В общем, сейчас вы сами все увидите. Давайте начнем тогда с самого интересного. Нет, это не нос. Откуда у меня вообще нос? Ладно, неважно. Неважно. I can tell you have potential, but you are... Так. Ага, все нормально. Все идет. Что-то показалось, что не идет. Все отлично. Так, тогда все запускаем обратно. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Опс. Совсем забыл, что здесь надо с самого начала все делать. Давай, давай, давай. Эй, ну я же нажал, да? Ладно, пробуем снова. Вниз. Ну, я же нажал. Черт, ладно. Опять 200 раз будем повторять одно и то же. Вчера получалось, кстати, с первого раза. Отлично. See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Ну опять надо мной издевается. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Вот. Вот так это надо было делать. Mr. Mackey, now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over the corner there. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Окей. Так, пока мы погружаемся, сейчас еще кое-что проверю как раз. Раз все равно пока народу немножко, я думаю, вы не будете сильно против. Так. Ага. По качеству. Можно даже еще чуть-чуть поднять на троечку. Вот как-то так. Отлично. Так. Ну все. Мы готовы ко всему. И надеюсь, все будет отлично. Даже наверное. Я думаю, даже можно поднять повыше, только не так громко. Как-то вот так вот примерно. Так.
Так, что нам надо сделать? Давайте посмотрим. Кустик. Я должен был тебя разбить. Что-то в школе, но там задания, по идее, никак. Смысла нету. Лучше давайте переместимся в какое-нибудь другое место. Так. Ну вот, видишь, Доги, а ты говорил, что ты не дождешься. Стоп, почему у нас все флажки... А, ну да, все правильно. Что у нас здесь? Какое задание-то? Задания нету. Так, в школе готы, да, это я помню. Ну, да, да не отключайся ты. Так, нам можно в школу пойти. Давайте сначала выполним побочные задания. Вернись и скажи, что все плакаты уничтожены. Ага. А здесь отдайте мистеру его посылку. Давайте вот даже два вот этих быстренько выполним, раз мы все равно рядом. Я думаю, в этом есть смысл. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Так, отлично. Дракон рожденный восстановил порядок. Пошли дальше. Так. По телеку про Терренса и Филиппа что-то показывают. Элгор нас продолжает доставать своими записями. В нечто похожем на Твиттер. Где-то здесь что-то было. А, нам в ту сторону. Точно, я вспомнил. Нам сюда. Так. И отдаем ему посылку. Элгор босс. Насколько я понимаю. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here. If you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Мне уже интересно, что же он может сделать. Сыромятная плеть. Я даже не представляю, какой у него спецприем. Я его не видел. Я видел прием только у Какахи. Вот. Поэтому мне сложно судить. Ладно, продолжаем двигаться под эпичную музыку. Надо будет, когда у нас побольше хп будет. Не знаю, не видел Иисусовский, но я думаю, еще посмотрим. Так, здесь мне нужно, Элгор засыпал тебя. Найди складскую ячейку мистера Маки на складе. Угу. О, мы открыли. Ключ от ячейки Маки. Ну да. Поэтому мы просто можем разрушать здесь все. Это ж круто! Что здесь реально можно почти все разрушить. Круто. Уничтожаем все имеющееся у Маки. Так, вот это уже не разрушается. Так, ну нам, видимо, куда-то повыше надо. Так, как нам туда попасть? Ага, ну, где я... Нет, не тебя. Я нашел игрушку. Еще какую-то фигню. Так. Как же нам туда пробраться? Но это не то. Что-то я недоразрушил, видать. Сейчас попробуем. Могу только крысу разбить. И еще несколько крыс. Так. Сейчас будем пытаться понять, как туда забраться. Пока возьмем игрушку. Игрушку. Так. И... А, вот, все вижу. Ну.
Разберусь. Я еще много где чего успею сделать. Так, стоп. Где что много успею всего. Так что нормально. Все, хватит. Так, задания Маки здесь больше нету, да? Ага. Ну, я так понимаю, это... А, и все? Окей. Круто. Так, мне нужно быстренько левел поднять. Какой у меня там еще? 8-й. А, вот, с Илгором я пока разобраться не могу. Мистер Майки, что все окей. Ага, ну давайте быстренько об этом скажем. Кстати, что там с готами? Они считают меня трудным мужиком, я же все положил вроде. Или не положил. Go about your questing, Hobbit boy. Окей. Они обозвали меня Хоббит Боем. Даже обидно как-то. Так, ладно. Не застревай, я тебя очень прошу. Итак, что же? Ага, нам не дадут, кстати, второй раз положить. А он с ним разговаривать не хочет. Может, что в сортире полезного есть? Да, Илгур вообще волнуется за всех, не только за меня. О, игрушка. Хомякон. Вот. Не зря в туалет пошел. Интересно, а в женский нас пустят? Может, там тоже что есть полезного? Нет. Не пускают нас в женский туалет. Ну и ладно. Не так уж и хотелось. Так, а что у нас вообще интересного есть? Что у нас интересного есть? Нам нужно... О! Кстати, вот там игрушку вижу. Вопрос. Хотел сказать вопрос, как ее достать, и тут же понял, как это сделать. Хрюпырь! Ха-ха-ха-ха, я достал хрюпыря. Это хрюноупырь. Насколько я могу судить. Так. Все, телепортировались обратно. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yards. I'm gonna check it out. Да, проверь это, мужик. Да, давайте, кстати, зайдем в полицейский участок. Вдруг там что-то крутое. Так. Первым делом надо было уничтожить камеру. Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Hey, kid, find the key and bust me out of here. Ага. Найди ключ и вытащи меня отсюда. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Главное решить здесь камер всех. Так. Да, его нельзя вытащить, а вот этого чувака мы вытащить можно. Но где же ключ? Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last. Хорошо, он мне не хочет давать ключ. Так, ищем. Sorry, kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. You will never get laid looking like that, kid. Так. Больше здесь пока ничего интересного не вижу. Карандаш и деньги. Это так нужно маленькому парню. Так, что на втором этаже? Ох ты, как я всего много здесь могу купить-то, а? Полочка! Отлично. И чем мне это помогло? Ага, вон оно чем.
Круто. Пожарный выход. Так, собираем все, что есть. Какую-то фигню даже подобрал. Так, что здесь еще? О, ключ от тюремной камеры. Походу, я того пацана вытащу. Так, а где здесь выход? Здесь, сюда? Есть же он? Ну да, он и есть, отлично. Это очень хорошо. Я думаю, мне это пригодится в будущем. Только... как бы мне... Ага. Вот, можно обратно заходить. О, я Санту нашел. Ребята, я нашел Санту. Доги, ты просил в прошлый раз найти Санту. Я нашел его. Он наверху. Да-да-да. Стоп, назад. Я нашел Санту. Я Санту нашел. Так. Санта, мужик! О-хо-хо! Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you? Буду. I hope you haven't been farting on anyone's bowels. That would be very naughty. I hope you haven't been farting on anyone's bowels. That would be very naughty. Это все? Да как-то печально. Я думал, там квест какой-нибудь будет прикольный. Я надеялся, по крайней мере, на это. Ну ладно. И то хорошо. У нас Санта в друзьях. И Иисус, кстати, тоже. Да и какашка. У нас вообще хорошая подборка друзей. Прям четко, идеальная. Так. Какой косой я. Блин, два раза и то промазал. Так, что здесь есть полезного? О! Бей все, бей! Уничтожай! О, мы можем лесенку передвигать? Не, не можем. Технокролик! Так, нам что-то мешает. Что-то мешает передвинуть. Удачи. Так. Как бы нам на эту сторону-то? А, все, понял. Все окей. Надо было просто там все раздолбать. И что нам здесь дали? Цацки! Снаряжение. Нам дали цацки. Это нифига не круто. Потому что они первого уровня, по-моему. Так, идем вытаскивать пацана. Из тюряги. Мы ж крутые, мы ж можем. Rupert Stomper had a couple more years on his sentence. But you do have the key. Thanks. Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been snuck into prison in some kid's asshole. Бедный чувак в Диснейленд не мог попасть. Но мы смогли ему помочь в этом. Так, выходи. Все, сейчас получаем левел и идем, постараемся разобраться с Элгором. Я надеюсь, что у нас это получится. И все будет хорошо. Так, а сейчас нам... сейчас нам... да, черт, не туда нажал. А, мы мистер... черт, мы мистер Маки так и не сказали, что мы просьбу-то выполнили. Так. Блин, вот эту музыку, блин, бы скачать бы, было бы вообще офигенно. Ну ладно. Офигенный музон, на самом деле. Так, мистер Майки. Okay, thanks. If you got away from me, you might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Отлично. Наши и Майки в друзьях теперь. Как все четко-то, а? Так, кто следующий? Кто следующий? Блин, я уже хочу убить этого Элгора, потому что он меня достал. Постоянно пишет и пишет и пишет и пишет. Создай альянс с готами. Ну да, нам нужно квест выполнить сначала. Так, какой, кстати, ближайший? Да ёпрста. Кстати, ближайший. А, вот он, кстати, ближайший, окей. Отлично. Сейчас будем потихоньку переходить.
I gave Butters the best wet willy over there one time. Опа. Что тут народу много. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Черт, они убили гражданского. Так, нам надо шептун. О, фига себе. Так, сейчас попробуем еще раз. I think someone's eating crab wontons. Sweetie? У них было что-то полезное. Так, а где нам пробраться? Нам вообще посмотреть бы в идеале. Ага. Чтобы взорвать его, тот, кто был подсвечен пуком. Ага. Ну, давайте. Хорошо. Something over here. Smells like... Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks. Thank you. Don't you know any way to get past people? Scuzzlebutt? Sorry, absolutely nobody allowed past. Эй! In a few weeks. Thank you. Ну вы же были в другой стране. Какого фига? That's odd. Черт. Надо быстрее пукать. Dude, what'd you eat? Давайте. Да, мы прошли. Отлично. Мы прошли на эту гребаную военную базу. Так. This place doesn't really look like a Taco Bell. Ну да. Как же. Черт. У меня есть идея. А что если? Sounds like ketchup in a squeeze bottle. Да черт, закрывай. Фак. Фак. Не дали выстрелить сюда. Черт. Ладно. Куда девушка со своим мужем делась? Нет, ты меня не найдешь. Я уже стал профессионалом по пауку. Так надо этого чувака как-то убрать. Черт. Как бы тебя убить-то, а? Теперь тебя не получится там запереть. Шептун, давай, бам.